Еще один эксперимент. Машину мы только что завели и прогрели, еще никуда не ехали. То есть муфта у нее гарантированно холодная, еще в работу не вступала. Вот перед нами сугроб, в который мы сейчас заедем понарошку, решив там немножечко побуксовать. И посмотрим, насколько хватит муфты. Машина не буксует, а едет куда ее не просят. Ну ладно. Все, этого оказалось достаточно. Машина ехала, даже не буксовала, а просто ехала. Этого оказалось достаточно для того, чтобы муфта отключилась, решив машину заднего привода.